А в Ривне разыскивают неизвестных, которые сегодня ночью из ручного противотанкового гранатомета обстреляли городское управление патрульной полиции. Версии – хулиганство, терроризм или месть. Все детали у наших корреспондентов. В половине третьего ночи мощный взрыв разбудил жителей домов, расположенных вокруг городского управления патрульной полиции. Начальник управления в этот момент находился в своем рабочем кабинете. Я на тот момент ночевал на работе, в кабинете у себя. И до вибуху дуже швидко прокинувся, вимкнув світло, почали шукати причину даному, що сталося. На території якраз перебував заступник командир роти, побачив два спалаха приблизно за гаражами. Зразу поїхав туди на місце. На жаль, виявити правопорушників не вдалося. На улице Котляревского патрульная обнаружили тубус от ручного гранатомета и вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников. Під час прибуття на місце події було встановлено, що дійсно даний предмет являється тубусом від протитанкового гранатомета РПГ-22. Біля вказаного гранатомета знаходилися запчастини, які свідчили про те, що саме з цього місця було проведено ймовірно постріл. А сам снаряд через кришу попав в гаражний бокс, переоборудований патрульними в тренажерный зал. Повреждены крыша и стена. Во время взрыва в помещении никого не было. В управлении патрульной службы допускают, что неизвестные целились в рабочие кабинеты. Чи стреляли в головний корпус, чи в другорядний корпус іншого приміщення. Існує версія, що снаряд відлетів і відрикошетив від гілля і потрапив до нас в гараж. Рядом з тубусом неизвестные оставили записку, но ее содержание следователи не разглашают. Про инцидент полицейские Рівного доложили в МВД. Гарнизон полиции Рівного всех служб был поднятый за специальную операцию «Сирена». Проводятся сейчас слідчі дії. Уголовное производство открыли по статье хулиганства, хотя основная версия следствия – выстрел совершили с целью дестабилизации ситуации в области. Ольга Иванченко, Николай Василюк, подробности, телеканал «Интер», Рівне.